Приветствую вас на очередном уроке в нашем тренинг-центре VivaStars на курсе, посвященном YouTube-каналу. На вашем канале выполнено оформление, загружены первые видео. И что необходимо делать сразу после того, когда видео появилось на канале? Этому ролику нужно придать первую активность. Именно активность в первое время, сразу после загрузки видео, очень важна. Что вам необходимо сделать? Кликните по своему загруженному ролику. Ролик откроется в отдельном окне. Вы увидите, что у этого ролика пока еще нет, к сожалению, никаких просмотров. Посмотрите ролик до конца. Можете даже включить более высокую скорость для просмотра. Но главное, просмотрите свой ролик обязательно до конца. Потому что для YouTube очень важный параметр – это удержание видео. Посмотрев ролик до конца, обязательно нажмите лайк. Получите первый лайк на свой ролик. И если вы еще не поделились этим видео, нажмите на кнопочку «Поделиться» и поделитесь роликом в своих социальных сетях. Скопируйте ссылку на это видео и разместите его в наших чатах. Попросите своих коллег поддержать лайками, репостами и комментариями это видео. В чате на данный момент 173 человека. И если хотя бы 10, 15, 20 человек посмотрит ваше видео, нажмет лайк, поделится, откомментирует и сделает это сразу после того, когда ролик появился на вашем YouTube-канале, этим самым вы дадите своему ролику такой мощный пинок. Ну а вот теперь посмотрите, как YouTube продвигает прямые трансляции. Вот сразу в правом уголке в рекомендованных идут прямые трансляции. YouTube их выделяет красными буквами, обращает на них внимание. Если вы сделаете только это более чем хватает для того, чтобы ролику придать первое движение, сделать то, что называется activity над вашим загруженным на канал ролик. Но если вы записали какое-то продающее видео, которое рекламирует вас как специалиста, либо рекламирует вашу консультацию, если вы хотите придать этому видео вес в глазах других зрителей, этому видео можно, как говорят, накрутить активность, купить комментарии, купить лайки и, главное, купить просмотры. Я вам уже рассказывал о сервисе, который называется Prospera, и о сервисе TurboText. На Prospera можно купить практически все, и поделиться, и комментарии, лайки для вашего видео. Как работать с сервисом, я рассказывал. Убираем раскрутку в соцсетях, убираем новый заказ, выбираем нужную нам сеть, в данном случае YouTube, и выбирайте, что вы хотите сделать. Комментировать, экспорт видео в другие социальные сети, лайки. Вот три основных действия, которые можно заказывать. Убедительная просьба. Не накручивайте комментарии, лайки для видео, которое набирает небольшое количество просмотров, в громадном количестве. Количество лайков и комментариев должно быть не более 5 или 3% от количества просмотров. То есть просмотры – это ключевой показатель, а дальше мы отслеживаем другую активность по нашему ролику. Если вы покупаете для ролика, который набрал 50 просмотров, 50 комментариев, любой здравомыслящий человек понимает, что это накрученная активность, и вместо рекламы вы получаете антирекламу. Где можно купить качественные просмотры? Конечно, существует колоссальное количество сервисов, но я вам порекомендую, в принципе, только два по одной причине, потому что эти сервисы получают просмотры за счет посева видео на сайтах и в социальных сетях. Первый сервис – это сервис Vboom. Прям по-русски напишите в поиске Vboom. Пройдите регистрацию на этом сервисе. Он очень понятный, с понятной техподдержкой. И второй сервис – сервис Cedar. Вот так вот он выглядит. Здесь тоже необходимо зарегистрироваться именно как рекламодателем. Регистрация очень простая. Указываете свой адрес электронной почты и пароль. И сразу же попадаете на страничку сервиса. Я сейчас это сделаю. Сервис выдает сообщение, что требуется подтвердить e-mail. Вам придет на почту письмо с подтверждением. Сразу вы попадаете в личный кабинет. И сервис начинает рассказывать, как им пользоваться. Вот такая небольшая справочка. Где что нажимать, где что платить, где видеть, какие ролики у вас размещаются, где, в какой социальной сети, либо на каком сайте они набирают просмотры. Вот такой небольшой экскурс
по сервису. Специфика этого сервиса в том, что он периодически вносит ограничения на те видео, которые он сеет. И если вы разместите видео с какими-то призывами по мегазаработкам, лечению чего-то одной каплей какого-то продукта, это видео может быть отказано вам в посеве, даже если вы за это заплатите деньги. То есть ваша рекламная кампания не пройдет модерацию и вам откажут в посеве. Поэтому сервис хороший, они давно работают, это очень качественный сервис, но не все видео здесь будут продвигаться. Убедительная просьба не прибегать к излишним накруткам, к излишним покупкам. Еще раз повторю то, что я сказал в начале. YouTube – это бесплатный сервис, и вы можете выйти на результат, не тратя никаких денег для продвижения своих видео. Деньги требуются только в том случае, если вы амбициозный человек и хотите что-то быстро и что-то сразу. Да, тогда у YouTube есть видеорекламы, который позволяет за достаточно разумные деньги купить просмотры у самого YouTube. Рекламное видео должно быть профессиональным, должно быть качественным и, естественно, коротким. Хорошее рекламное видео вы можете создать с помощью сервисов, о которых я рассказываю в закрытой части нашего тренинг-центра. Сервисы все платные, не дешевые, но вы получаете доступ к этим сервисам абсолютно бесплатно. На этом наш мини-тренинг практически закончен. Посмотрите заключительный урок, где я подведу небольшие, но важные итоги.